بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسمز الاس Наше мероприятие сегодня посвящено трагическим событиям, которые состоялись в 1852 году летом июня месяца. Как говорится в книгах и камнях, которые сохранились до наших дней. Это был месяц Рамадан, и шла Кавказская война. И здесь, например, Шуайб Афанди Аль-Багини пишет, что от того, что Даниил Султан, Илюстинский Султан, перешел в сторону имама Шамиля, царское командование решило это владение Даниил Султана переселить в Грузию. И вследствие этого Цахурская долина, начиная от села Курдул до Куссур, это около 15 сел Цахурских с 15 сел и 2 аварских сел, были выселены в сторону Грузии и Джарской долины. Мы сегодня собрались прочитать Коран за погибших этих людей, наших предков, прочитать дуа за всех, которые погибли во время этой трагедии 170 лет назад, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах уберег наш Дагестан, нашу страну от войн, от смут. В нашей стране очень много войн было, начиная с монгольских нашествий, другие события, скажем, гражданские войны, которые были после революции, скажем, да, когда брат против брата пошли, когда красные, белые были, и Дагестан тоже в такой ситуации был. И очень много людей погибло и в войне, Второй мировой войне, Первой мировой войне. И все мы должны, дорогие братья и сестры, просить Всевышнего Аллаха, чтобы эти войны не повторялись. Но эти войны есть еще хуже того, что этих войн, дорогие братья и сестры, есть еще хуже этих войн тоже. Самое худшее это то, что когда смута идет, когда брат против брата идет, когда поднимаются святые вещи, когда историю переписывают, когда начинают говорить, это неправильная религия, это правильная, это самая большая смута. Когда человек, который ничто не прочитал, нигде не учился, стоит, например, где-то на похоронах, скажем, да, очень часто бывает эта картина, мы многие видели, где-то стоит на похоронах молодой человек, здесь алимы стоят, здесь даже может стоит человек, который всю жизнь посвятил исламской науке, он жил в медресах, он учился в медресах, он может стоять здесь доктор шариатских наук, который учился в многих странах, больших алимов, но все руки держат, вот так дуа делают, но там какой-то молодой человек, который себя считает умным, не читает это дуа. Это нельзя делать, это четки нельзя это делать, мавлиды нельзя делать и так далее, и так далее. Человек, который говорит, суру Фатиха нельзя читать, он подобен тому человеку, который язычникам, которые запрещали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, читать Коран возле Каабы. Они подходили к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, говорили, не читай здесь свой Коран, говорили они. Не читай. У нас тоже, дорогие братья, так бывает. Например, кого-то, скажем, так называемого ваххабита, умирает какой-то его родственник. И как только вы, наверное, только тоже сталкивались с таким моментом,
заходит человек, читает дуа, читает фатиха, сразу заходит возле порога, говорит, здесь фатиха нельзя читать, здесь фатиха нельзя читать, говорит. Я не вижу разницы между этим язычником, который запрещал пророку саллаллаху читать Коран, суры Корана, и между этим ваххабитом, который запрещает читать суру фатиха возле его дома или при трауре, скажем. Сура Фатиха, дорогие братья, это первая сура Корана. Первая сура Корана. Вот Коран. Вот Коран. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду лиллахи раббил аламин. Это первая сура Корана. Переводится тоже сура Фатиха, альхамда, которую мы называем. Она переводится как открывающая книгу. Сура, которая начинается, как, когда открываем Коран. Вот самая ценная сура, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Уммуль Коран». Ее называют «Матерью Корана». «Матерью Корана» называют эту суру, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, самая ценная сура этой книги – это сура Фатиха, Альхам. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, весь смысл Корана заключен в этой суре, суре Альхам, которую мы читаем на намазе, да, вот всегда, которую нам запрещают читать так называемые ваххабиты. Там нельзя читать, тут нельзя читать, на могиле нельзя читать, тут нельзя читать. И эти люди, которые запрещают нам читать самую ценную суру Корана. Поэтому хуже войн, хуже этих бед, самое худшее – это когда человек невежда берется толковать то, что он не знает. Он не знает смысла этой суры, он не знает, для чего ее читает, он не знает, почему ее читает, он не знает, для чего она неспослана была, он запрещает ее читать там. Есть запрещенные места, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читать запрещал Коран. Это в грязных местах, отхожих местах, скажем, банях нельзя читать Коран, там сарае нельзя читать Коран. А в других местах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, читайте побольше Коран, читайте дома, читайте наизусть, читайте везде, читайте Коран, говорит. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал же, читайте там, Сахурской мечети тоже читайте, дома тоже пускай Эльдар читает, там Мухаммад читает дома у себя. Он же не сказал, он сказал, читайте везде, нуруль Коран. Нур Корана будет только тогда у вас в сердцах, если вы будете читать Коран побольше. Поэтому эти люди, которые такие вещи смуту сеют, надо вот так остановить. Эй, пацан, что ты несешь? Наши предки, которые писали вот эти книги, которых мы даже читать не успеваем за свою жизнь, эти люди читали это, эти люди писали об этом, эти люди всю эту историю прочли, и мы тоже вот эту чистую религию, ислам, мы будем передавать, которая идет от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от них к нам перешло, мы будем вот так по цепочке передавать эту религию, а не то, что где-то прочел статью какую-то, которую никто не знает, где он живет, этот человек, который статью написал, никто не знает, где он родился, этот человек, который видео отправляет, там ссылки отправляет. И мы не должны брать религию, где попало. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, религия наша – это знание. И дальше говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смотрите, у кого черпаете эти знания. Не берите, у кого попало эти знания. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас от смут. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из тех людей, которые побольше читают Коран, побольше читают суру Фатиха, побольше читают суры, разные суры. Пусть Всевышний Аллах нас делает из тех людей, которые вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже в судный день восстанут и войдут в рай. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аминь.